здравствуйте, друзья. Вы можете спросить их, где же это мы? А мы на самом бережку океана, который у нас за спиной, в таком месте, которое не имеет никакого отношения к городу Нью-Йорку, но называется Нью-Брайтон-Бич. И мы тут сегодня побудем с людьми, которые на кемпинг приезжают. Вот у нас за рулем кемпингер. Значит, кемпингер, представьтесь. Меня зовут Саша. Саша. Саша, что тут вообще происходит? Пару слов. Вот. Ну, это один из самых популярных, наверное, кемпингов этой эры, потому что на нем есть все. На нем есть все facilities, туалеты, души, все очень аккуратненько и чистенько, удобное. Mm-hmm. И все это на скале над океаном. А внизу пляж. Мы сейчас просто машину мою бросили там. Да, на пляжном парке. На пляжном паркинге. И поднимаемся наверх уже на сам кемпинг. Я просто хотел такую панорамку вам показать. Вот. Кемпинг жутко популярный. Его, чтобы заказать, значит, нужно к 8, значит, без чего-то 8. Значит, там на 7 месяцев вперед, 7 месяц, открывается весь месяц. Все сайты, значит, становятся available. То есть любой день из месяца можно в этот момент заказать? В этот момент. Вот именно что момент. Потому что, значит, или в онлайне? Нет, на онлайне. На телефоне не о чем разговаривать. Вот, значит, выбираешь сайт, выбираешь дни, на которые ты этот сайт хочешь, и сидишь, кликаешь до 8. Почему до 8? Потому что в 8 включается эта система, и, значит, кто кликнул вперед на долю секунды, тот его и захватил. Ага. Я хотел 1 января, там, ну, это было 2 января, слава богу, захватить на июль, да. Ну, я там, как сказать, вовремя сел, там, выбрал, там, несколько окон открыл, решил, я тут пару сайтов закажу. Ну, так. Да, конечно, я не заказал ничего вообще, потому что за 10-15 минут все викенды были просто, все сайты были забраны. Там будние дни пока остались, но... Но это не то, что у людей есть какой-то мембершип, это любой может. Не, любой может, да. Так. Поэтому мы на следующий август месяц, там, 1 февраля, сели 5 человек. Так. И кликали 5 человек, то есть распределили между собой викенды, сайты, номера и так далее, чтобы друг другу не составлять конкуренцию. И, значит, в общем-то, вот так кликали, в итоге вот тот сайт, который я хотел, вот я его заказал, это очень хитро я его заказал, я его кликнул, а оно мне сказало, залогинься, я его потерял. Ой. Но я знал, что через 15 минут он вернется назад. Я сидел и ждал, когда он вернется назад, поскольку никто не ожидает такого. Вот многие друзья спрашивают, какие, расскажите о недостатках американской жизни. Вот же вам недостаток, сидишь и кликаешь. И кликаешь. Вот этот сайт. Сайт этот хорош тем, что он один из самых больших, один из самых удобных. И он над самым-самым океаном. То есть спишь и слышишь океан. Да. Вот. Мы сейчас посмотрим на океан. Да, сейчас можно будет показать. Возьмем камеру. Запаркуемся. Да, я поменяю камеру. Это у меня GoPro, а там я посолиднее чуть-чуть. С одной стороны, у наших гостеприимных хозяев вот есть такой RV. Тут гости на автомобильчиках. Моему места не было. Видите, мы вниз укатились. Тут дрова. Ну... Я думаю, вам всем понятно назначение этого предмета. А дрова, это что, с собой надо? Что? Нет, ну, Саша привез немножко дров. Дровишки привезли? Да. Вот люди привозят с собой, видите, тут все остальное. Да. Но вы смотрите наши сюжеты? Боря, особенно Боря. Боря, ну вот. Боря. Так, а палатка чья? То есть мало того, что вы RV поставили, вы еще палатку поставили. Ну, RV это Сашина, а палатка наша. Понял. То есть, видите как, друзья, разные люди по-разному подходят к вопросу. Палатка большая. А вы в ней прям спать будете? А мы в ней спим, конечно. Они спят в этой палатке. Эта палаточка похожа на... Она не намного меньше, чем мы когда-то в квартирах советских жили. Отель Калифорния. Отель Калифорния. Вовнутрь? Можно вовнутрь? Так, пошли. Это Борис. Борис. Так, надо ручь. Борис. Борис тоже наш зритель, выясняется. Так. Это у вас тут не отель. У вас тут какой-то luxury accommodations. Но вообще у вас кроме кровати там, похоже, ничего нет. Две тумбочки, да? Две тумбочки. I'm using. Ну, вы, собственно, спите там, а кровать, она, я вижу, раскладная какая-то, да? Это вот... Она складывается в сумку. Там, вот у нее какая-то конструкция снизу, да? Ножки там. Хорошо. А холодно не бывает? Здесь ночью
Прохладно, но довольно-таки. Так, пошли смотреть, где стоит палатка, друзья. Это палатка, а вот океан. Вот за этим забором, вот за... Там, смотри, вот где скамейка. Да, за которой не положено переступать законопослушным видеоблогерам. Ой, красотища какая! Ой, красотища какая! О, мама родная! Мама мия, друзья! Что тут скажешь, кроме вот этого вот мама мия, что скажешь, что? Так. Вот тут деревья. Красиво. Океан сегодня так, я бы сказал, немножко, ну, не то что пасмурно, ну так. Нет яркого солнца. Давайте мы покажем, что внизу. Может, мы погулять еще вниз спустимся? Тут есть лестничка такая, идет на пляж. Вот, это называется New Brighton Beach. Здесь вот на этой верхотуре, куда мы забрались, там дальше немножко есть площадка, где можно заказать партийное место и день рождения какой-нибудь справить. Когда мы только сюда приехали, почти все такие мероприятия проводились вот где-то здесь. Это очень любимое место для среди русскоязычных жителей Калифорнии, ну, Северной Калифорнии. А куда ж такую маленькую палаточку-то, господи? Для собачки. А, для собачки. Я шучу. Ну, я не знаю, нет, но это вот, но вот это уж совсем крошечное. Для одного человека, наверное. Нет, тут очень много народу, видишь, с этими палатками, которые у них на крыше. А что же они на крышу-то? Народу. Погоди, это в этом есть какое-то извращение. Послушай, что это? Друзья, многие спрашивают, как отдыхают американцы? Вот так вот мучаются. Вот так мучаются, вот. Вынуждены палатку ставить на крышу автомобиля. Хорошо, не ветрено.